Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и время создать предпоследнее из недостающих у меня существ. То есть, как видите, у меня еще есть пустая ячейка, то есть одно существо я еще не видел, и, вероятно, оно, наверное, находится на следующей арене, я так понимаю, или как там. Ой, соцсети, не туда пошел. Так, ну что, давайте тогда мы его создадим. Это у нас будет эпический, да, по-моему, пахицефалозавр. Тут у нас всякие стигемолохи есть. В общем-то, и эта серия у нас будет посвящена именно бронелобикам нашим. Дракорексы, пахицефалозавры и стигемолохи. Так, пахицефалозавр известен своим мощным ударом головой. Как и современный горный козел, этот динозавр врезается своим крепким черепом в тела противника. Зачастую временно оглушая их. Кстати, да, я делал же видосик, по-моему, про кого там был, про Дракорекс или про пахицефалозавра. Ну, в описании, в общем-то, здесь я ссылочку ставлю, там, где я как раз, по-моему, картинку рисовал, где... А, нашел картинку, где пахицефалозавр или кто там был заменен, короче, отвесная скала, там были козлы в реальности, горные козлы, там по таким скалам гоняют, что капец. И там заменили на пахицефалозавра или Дракорекса, в общем-то. Картиночку, я думаю, может, вставлю. Да, должен вставить. И видосик тоже. Создаем. Эпик должен быть у нас какого там 11 уровня, да. Вот такой вот у нас яйцеголовый. Давайте его подраконим. Кстати, давайте сразу качнем еще на один уровень. Раз у нас есть гены. То есть я его выиграл только, ну, на аренах. Вживую я его на карте не встречал. Он такой немножко горбатый. Ну, я, да, привык на них смотреть в более в красном цвете. Но ничего страшного. В таком тоже нормалек. Так, 2200 на 500. Неплохая скорость, брони совсем нет. Ну, удар слабоват. Что по ударам? Обычный удар со щитом. Минус 50 и 1,5 урона. Прикольно. Подмена с двукратным уроном. И на него подменяешься и получаешь паралич. Это шикарно, ребята. Это шикарно. Так, тогда. Давайте мы сейчас еще соберем 8-часовой инкубатор. Что нам тут насыпать? Гаргозавр. И пахицефалозавр. Ну, в общем-то, вы поняли. Кстати, мы сейчас еще его качнем на следующий уровень. Давайте это улучшим. Так, здесь что у нас? Это просто у нас ранги. Я ищу сейчас, где у нас находится вот эта вот лабуда, профиль с аренами. Где какая арена? Текущая арена. Где же эта фигня находится? Почта, новости, настройки. Блин, где-то же оно было. Достижение. Ежедневное. Да, надо пособирать сейчас это барахло. Блин, ну где-то забыл. Там же где-то... Где-то же писалось. То есть какая арена? Где эта штука? А, во. Вот, нашел. Так. А на следующей арене существо из инкубатора Птеранодон. Так, это у нас птичий вольер, да? Ну, не так уж далеко мне, конечно, до птичьего вольера. Если активно посражаться, то я туда попаду довольно быстро. Но нет, тогда я не помню, то есть какое там существо у нас неизведанное. Но это вот его, он как раз нужен для создания... Для создания гибрида вот этого. Вот. Это недостающее существо. Это типа вот... скулозавр. Это, то есть кулозух. И какой-то... И скалозавр. То есть... А, ну скалозавр получается, да? Скорее всего. Ладно. Ладно, ладно. Так, нужно нам сейчас еще качнуть на один уровень. 11-й. Где же ты... Где 11-й? Так, далеко. Вот он, 12-й точнее. Давайте еще его качнем.
он же не участвует пока что, в никаких гибридах он не участвует. Так, ну, вот 2300 на 530, я думаю, неужто ли вообще не изменилось ничего. Давайте мы сейчас его возьмем в команду. Так, 13 уровень. 13 левел. Так, ну вот такой командой мы пойдем. Трики, наверное, мы тоже заменим на какого-то там... Игуанодона там, или не знаю чего еще, на кого. Посмотрим, чтобы он был для подстраховки. Ну вот, пусть будет. А эти два ребята так, для подстраховки. Башня у нас сейчас редкая, по-моему, у меня стоит там 9 уровня противники, 9-10, как раз для теста. Так, ну, все награды я за сегодня уже собрал. Фу, ну, помчались. Так, давайте будем брать его и самых слабеньких. Так, так, так. Давайте, кстати, сравним сейчас. Вот на вот этом месте удобно их сравнивать. Вот такие вот удары. Вот такие. Так, у нас сколько скорость? 121. Здесь 129. Ничего себе, он шустрый. Какой стигемолох. Да, стигемолохи самые шустрые. Да, дракорексы самые медленные. А вот это, смотрите, дракорекс, блин, прикольно. Обычный дракорекс 108, редкий дракорекс 124. Стиги оба быстрые, 129. Этот 126, туаромолох 126. Ну, шустро. Так, вот так. Раз, два, три, четыре. Погнали. Ну, начнем с Эдмонта. Или с кого сейчас начнем. И сразу подменимся. Тем. Давайте начнем с него. Эдмонт и Гуанодон. Вот так вот. И вот так давайте свалим. Подхиляемся и свалим. Ой, Даркарекс его сейчас уничтожит. Упс. Ну, кроме этого удара у него ничего больше в арсенале-то и нет. Ее. Ну, ну контратака еще есть. Блин, ну я не могу подмениться. Печально получилось. Ну, да, ну а сейчас подмену нам не засчитают. Ладно, тогда давайте. Стиги сейчас его добьет. Да и все. Ну что, Стиги, что драка одинаково. Неплохо так подошел, на ушко крикнул. 880 урона. А, прикольно. Победа за щитом. Бой номер 2. Вот у нас уже 3 противника. Это прекрасно. Так, можно брать теперь и кого побыстрее. Ты у нас какой? Ой, медленный-то какой. Медленный-то какой. Самый шустрый, вот. Стиги мод 2. Модификация, поколение. Так, что нам прилетит сейчас? Снижающий урон, да?
Так. Ну, с этим надо что-то делать. И мы сделаем вот так вот. Паралич, давай. Высокий какой, длинный. Он как-то так выглядит непропорционально. Блин, но все равно нам же прилетит сейчас от него. Хоть так, хоть так. А, зря, наверное, использовал замедление. Оно бы мне вот пригодилось. Выживем, надеюсь. Да, должны. Я нанес ему ноль. А почему я нанес ему ноль? Он же минус 50 к урону. Два раза по минус 50. Стакнулось. Ладно. На тебе, Дракорекса. Ну, хуже эти раптоиды. Литронакс. Так, у него же скорость дико медленная. Прикольно, Литронакс у нас под щитом. Но подмена сейчас не сработает. Мы еще живы. Блин, ну и долго так вот этот лок стоит, конечно. На подмену. Чао, какао. Тиранозавроид древний. Побеждает более развитый гадрозаврид. Так, и последний бой. Может и не последний, может я еще что-нибудь, конечно, сюда добавлю. Давайте вот так. Пойдем. Да, был сегодня, я прошел уже один бой, но там были противники 14 уровня. Ну, как раз бы нам зашли. Ну, может, эпическая башня какая-то попадется еще. Я тогда добавлю сюда видео. Давайте сразу запарализуем его. Ну, хотя это особого смысла. Блин, паралич не сработал. Он сейчас меня еще раз атакует. Полтора урона было. Ну, Луис, понятно, подмену сейчас бить не будем, все равно мы не подменимся. А вот теперь будем бить. Мы, так, а ускорение? А, нет, это замедление цели было. Но мы должны выжить. По крайней мере, еще вот этот удар можно и сваливать. Блин, а, ну пробил таки, гаденыш. Оу, как это было больно. Ну, не будем, естественно, использовать опережающий паралич. Мы и так его добьем. Ну и все, и добиваем.
и бой с привидением. Я-то думал, будет какой-то уникальный прям гибрид, такая бордовая карточка была. Так, ну, в общем-то, вот такой вот у нас получился гибрид. Ну, счет Стиги мне, наверное, нравится больше, чем Пахик. Но у него неплохой удар с замедлением, опережающий паралич. Ну, неплохая комбинаха. Но почему у него три удара всего лишь? Разве у Стиги тоже три удара? Они же эпики. Да, тоже три. Есть опережающий паралич, полтора с подмена. И там, там есть замедление, а тут есть паралич. Ну там есть. В общем-то, они в комбинации неплохо бы, в принципе, работали и смотрелись. Можно было подменяться между собой. Да, ну да, начинаешь со Стиги. Бьешь щитом, бьешь параличом, бьешь подменой, подменяешься на пахицефалозавра. Мне уже хочется сказать пахигалозавра, ну и прочие, короче, прочую гибридную дичь, ребятки. В общем, на этом тогда все. А может и не все, до скорых встреч. Так, и заключительный бой записываю через пару дней. Вот такая вот у нас была редкая башня. Это третий бой. Сейчас мы получим и награду. 12, 14, 16. Это у нас шустрики, да, процератозавр. Снижение замедления 125. Так, пирораптор. Очень шустрый. 129 тоже снижение. Двойной урон рапторовский. И ютазинораптор, опережающий паралич на второй ход, снижение и замедление. В общем-то, крутой себе такой набор. Так, блин, процерат, цератопс. Ну, посмотрим, что он сейчас нам тут выдаст. Возьмем в кого? Вот так вот возьмем, да. Ну, хотя они нам могут и навалять. Команда такая совсем у меня неподходящая. Кто из них самый быстрый? 121, 129, 128. И 124, кстати, а на кого можно подмениться? Нанесение двойного урона. Прикольно. 128. Не то, не то, не то. 129. Классный парень. Вообще, с него легко бы начать. Ну, давайте все-таки начнем. Блин, даже не знаю. Сейчас посмотрим. Подождите, у нас ваш Пахика есть там подмена? Подмена, подмена. Сейчас посмотрим. Подмена. Паралич у него есть, по-моему, с подменой. Прошло, как говорю, уже пару дней, я уже и забыл, что у нас есть. Да, есть у него паралич, значит, открываемся с нашего самого быстрого Стиги. И против него самый быстрый Ютазина, но мы быстрее. Блин, но он нас сейчас занерфит, конечно, сволочь. Так, у него сейчас уже доступен опережающий паралич, так же, как и у нас. Но мы быстрее. Наш паралич должен сработать. Так, а теперь у него открыт опережающий паралич. Мы делаем подмену. Ну, давайте на нашего. Я понимаю, лучше было подмениться на Дракорекса, двойной урон ему выдать. Ну, давайте так попробуем. Вот, сработало. А, но он же все равно сейчас походит. Ну, блин. Да, то есть эта подмена была такая себе, бестолковая. А, ну он почему-то опережающий паралич не использует. Ну, конечно, да, это более сильные противники. Чересчур сильные для нашего Пахика, но... Но тут я даже ничего сейчас не могу сделать, да? Подмены нет, замедления нет, ничего нет. Ну, хана ему, он не переживет. Слишком мало хилсов осталось, даже щит... Сильно больно ударили нас. Ну, выживем. Выживем.
опережающий паралич, поскольку мы быстрее, да. А следующий удар можно удар уже с подменой. Мы по-любому будем быстрее, чем процерат. Он здесь самый медленный. Ну, вот так делаем. Может, если на Дракорекса, то двойной урон и ему хана. Да, добивай. Ну, в этом, конечно, и фишка похитца фалозавридов, к которым я отношу всех Дракорексов и стигемолохов. А вот и все, ребятки. И карнавальчик. Пятерочка. О, блин, Таник Калагреус, ё-моё. Таник Калагрей. Блин, ну вот эта тема вот, у людей, что в Jurassic World The Game, что в Jurassic World Alive, как-то по-своему называть динозавров, не знаю, с чем это связано, но, чтобы можно было всегда съехать. Нет, это не Таник Калагреус, это Таник Калагрей, мы его сами придумали, это нереальный динозавр. Не знаю. Постоянно у них какие-то свои варианты названий. То ли это... И вообще-то эта тема именно русской локализации игры. То есть в английском варианте все пишется правильно. А в русском варианте вот такая дичь. Вот так вот, ребятки. В общем-то, любуемся последний разок на нашего... На нашего пахицефалозаврика. И напишите, ребятки, в комментариях, кого из пахицефалозаврида вы используете в своей команде для участия в боях. Вот так. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч.